Пожалуйста. Можно, пожалуйста, флюкнуть? Хоть чуть-чуть. Это уровень с огромной возможностью флюка. Я это сделал 52 викли подряд, 52 недели подряд, в году 52 недели. Ребят, я целый год подряд прохожу викли демона, это просто вау. И, извините, простудился маленько. В общем, что я могу сказать? Круто, чё? Потому что... На 52-й викли я очень хотел, чтобы попался годный уровень, который мне понравится. И знаете, мне краш, в принципе, понравился. У сабвуфера просто очень крутые работы, они супер проработка, во-первых, я хочу сказать, просто великолепная. Декор, то есть все очень подробно, есть какие-то такие нюансы, которые реально, ну вот прям радуют глаз. И, конечно, и Judgment есть у сабвуфера. Вот эта вот тема замка. Такая вот тематика лично мне нравится. И причем Узон тоже такой, из какой-то, знаете, игры. Там, в Adventure стиле. С Adventure геймплеем. Вот такие музоны у него. То есть очень узнаваемая работа у сабвуфера. 119-й, ребят, в понедельник. О, кстати, на 11 минут позже интерчейнджа. Ребят, интерчейндж — это такой чел. Вот я на старом телефоне прошел вот этот вот уровень Elastic Sequence. Он медиум демон раньше был. Да и в принципе, он вообще по факту изи медиум демон. Я вообще без понятия, почему он хард демон. Мой бывший хард, этот, хардест... Был моим хардостом много-много времени назад, больше 2 лет. Первый среди друзей и 119, соответственно, вот тут. Ну чё, круто, однозначно лайк, сабвуфер вообще красавчик. Модератор абсолютно заслуженно. Изи демон, интересная монетка, кстати, 446 попыток. 52nd weekly demon in a row. Блин, трудно на широкой клавиатуре писать. Все, ГГ. Бдымись. Вот так вот. А, квесты. Ура!